А только что закончился матч между Амкалом и Тверью, где Амкал одержал уверенную победу со счетом 1-0. Игроки Твери в этом матче не смогли показать абсолютно ничего и смотрелись намного проигрышнее Амкала, особенно если сравнивать вчерашнюю игру текстильщиков против Тудроц, где текстильщики просто создавали невероятное количество опасных моментов и играли просто на очень высоких скоростях. А смотря сегодняшний матч, создавалось ощущение, что я смотрю игру на скорости 0.5. От всего сердца поздравляю Амкал с выходом в следующий этап, а теперь переходим к тому, что думают игроки Тудроц о победе Амкала. Бля, пацаны, Тверь, это вообще что, блядь, что за команда, как там типа после игры еще начал судье что-то базарить, бля, пацаны. Ладно бы вы там кувались на равных, но, блядь, Тверь, это просто, я не знаю, как вообще после такой игры можете подходить что-то судье еще говорить. Пацаны, Амкал, поздравляю с победой, блядь, и я, ну, честно, ждал, что еще больше забьете, там были моментики, но просто катком переехали Тверь, блядь. Пацаны, официально Тверь, я вот на КФК просто сезон играл, ну, наверное, это, знаете, как бы топ-5 команд КФК, КФК, зоны, вот это Москва, это вообще, пацаны, и даже сказать нечего, реально, Тверь это вообще шляпа полная, пацаны, не умоляю заслуг профессионального футбола, но там люди за это еще деньги получают. Поздравляю парней. Видно было, что соперник вообще не готов, и медийная команда полностью переиграла их. Пару моментов лишь смогли создать. Тверь по сравнению с Зорким это проходняк. Удачи ребятам в 1-64, буду следить. А Прокопа с очередной голевой. Также хотел отметить успех медийного футбола. Амкал прошел дальше. Тверь выиграли. Поздравляю с победой. Молодцы. Да, обидно, что нам не так повезло. Соперникам он достался. Какие же Амкал умнички, искренне рад за них. Зачем такие команды вообще играют в ФНЛ 2? Их бы даже в МФЛ возили. А вот такие мнения у ребят. Напишите в комментариях свое мнение, кто по-вашему был более сильным соперником. Тверь для Амкала или текстильщики для Тудроц? А вот такие мнения у ребят. Напишите в комментариях, кто по-вашему мнению... Напишите в комментариях, кто на ваш взгляд был более серьезным соперником. Тверь для Амкала или текстильщики для Тудроц. Еще раз поздравляю Амкал с выходом в следующий этап. А с вами был Мориарти. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока.